Вот такие вот виды, друзья, открываются жилого комплекса «Южное море». Вот так вот он выглядит у нас, 16 этажей. Панорамные виды здесь на море. Называется это жилой комплекс «Южное море», который расположен в микрорайоне Приморский на улице Исауленко. Сегодня мы посмотрим, какие там есть у нас в продаже квартиры. В руках у меня сейчас шахматка, вы можете видеть, по каким ценам здесь открыты продажи. Самая доступная квартира здесь у нас почти 3 миллиона 39 квадратных метров. Итак, мы с вами на втором этаже. Рассмотрим одну из квартир. Сразу мы заходим. Здесь у нас прихожая. И вот такой интересной планировки у нас квартира. Площадью 39 квадратных метров. Здесь у нас санузел вместе с окном. Здесь стоят коммуникации. Правда, санузел получается с видом непонятно куда. Стоит эта квартира 2 925. И имеет выход на такую большую лоджию с полукругом остеклением, да, на которой, я думаю, можно расположить типа столовой. Свободной планировки, но это вот у нас гостиная получается. Однокомнатная квартира. Поднялись мы с вами на пятый этаж. Здесь уже вложена плитка, достаточно качественная. Заходим в коридор. Здесь у нас располагаются два лифта. И сейчас мы с вами рассмотрим однокомнатную квартиру. Ну, как бы даже студию. С правой стороны у нас санузел сразу выделен. Квартира это у нас стоит 3 400 000, 36 квадратных метров. Здесь у нас получается как лоджия большая, да? Вид у нас в сторону леса, на море здесь не видно. Вот такая свободная планировка. Здесь все центральные коммуникации, отопление, канализация, водопровод. Также на пятом этаже здесь есть в продаже квартира уже большой площадью. 69 квадратных метров, стоит 7 935 тысяч. Сразу заходим, у нас выделен санузел. То у нас получается кухня-гостиная, так как здесь проходят коммуникации. Да? Вот такой у нас лоджия, как ее назвать, большими окнами, да? Вид здесь просто бомба на море. И еще одна получается закуток. Ну, здесь можно сделать типа столовой. Вид, конечно, здесь получается у нас на море. Ну, мы находимся на возвышенности. Отсюда даже вон корабль видно. Катер сторожевой. И в эту площадь у нас входит еще одна большая просторная комната. Единственное, вот здесь бетонные такие перекрытия сделали, что не очень много света. Хотя с этой, так сказать, лоджии панорамный вид на море открывается. Вот такой вот вид. До моря здесь порядка километра, наверное. Также на пятом этаже у нас есть небольшая планировка. Сразу мы заходим в санузел с правой стороны. Это такая студия узкая. Здесь у нас располагается зона кухни. И такая вот лоджия. Площадь этой квартиры у нас 34 квадратных метра. 3 740 тысяч. Но здесь вот боковой вид на море сохраняется. Вид у нас на соседние дома, которые под снос уже. Многие планировки здесь переделаны, вы видите, блочное заполнение, потому что здесь делали бизнес-класс, соответственно, здесь большие прям планировки хотели сделать, но
поделили на маленькие площади, потому что более они востребованы. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели жилой комплекс «Южное море». Отличительной особенностью его является то, что здесь панорамы на море. Садов, школ здесь в пешей доступности нету. Придется возить ребенка порядка 2 километров. Но этот больше комплекс подходит тем, кто любит панорамы на море. Конечно же, его строили как большой бизнес-класс, то есть большие планировки, поэтому вы сами видели неординарные здесь планировочные решения приняты. Парковки здесь практически не будет, очень мало места. Это тоже один из минусов этого жилого комплекса. Так что присмотритесь к этому комплексу повнимательнее. Спрашивали меня по этому комплексу сделать обзор. Пожалуйста, если вопросы какие-то возникают, пишите, либо звоните. Мои контакты всегда в видео. Всем пока.